Екатеринбург буквально накрывает волной общественных слушаний. И на этот раз горожане предлагают оборудовать автобусные остановки теплыми палатками и бесплатным чаем. Нужно ли это тем, кто ожидает транспорт? Стоит обсудить всем вместе, считают активисты. Человек, который замерзает, он может спокойно попить чай, поесть печеньки, то есть погреться. Потому что, например, если мы знаем, что на ларьках и на всех мелких магазинчиках написано «Грейтесь, дорогие, на улице». Это видео – основа идеи. Оно снято в Екатеринбурге. Девушка на скамейке явно замерзает. Сегодня общественники установили теплую палатку на остановке и угощали всех горячим чаем. Несколько тысяч подписей. Они необходимы, чтобы общественные слушания провели. Авторы идеи надеются собрать до Нового года. В Екатеринбурге шквал предложений, которые горожане собираются вынести на общественные слушания. Активисты уже ратовали за отмену звуковой рекламы на улице Вайнера, предлагали собраться и поспорить на тему, нужно ли возвращать улицам исторические названия. Новая инициатива с теплыми остановками уже стала фаворитом у горожан. Это удивительно. В наше время это очень даже здорово. Молодцы ребята. Это было бы замечательно. Зима-то ведь ожидается холодная. А ждать приходится иногда очень долго.